Привет, друзья! Опубликованы кадры испытаний самодельной российской роботизированной платформы «Братишка», созданной казанским конструктором. Изначально беспилотный гусеничный аппарат «Братишка» разрабатывался для экстренной эвакуации раненых солдат во время боя, но теперь его функции расширяют. Как видно на видео, роботизированная платформа имеет низкую высоту и прекрасно справляется с эвакуацией солдат. Для робота уже разработана система постановки дымовой завесы, создаются модули для установки ПТРК, комплексов РЭП, разведки и другие системы. Планируется возможность запуска БПЛА с робота. Сейчас проектируется турель с автоматическим наведением для пулемета. Корпус робота цельнонесущий и может быть сделан из бронестали. Роботом управляют с помощью VR-шлема на дальности до 2 км. С ретранслятором связи дальность управления более 10 км. Большинство комплектующих робота китайского производства. Идет работа по замене на российские аналоги. Робот массой 200 кг в снаряженном состоянии оснащен двумя двигателями и развивает скорость до 15 км в час. Запас хода до 16 часов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.